Для меня давно уже вот выведено некоторое определение красоты. Красива та девушка, не у которой идеальные черты лица, а у которой есть шарм, уверенность в себе, харизма, как бы это громко ни звучало, и, безусловно, блеск в глазах. А если ты очень красивая, с идеальными чертами, но скучная, неинтересная, холодная, ты не понравишься никому. Все-таки есть очень много различных голливудских див, даже далеко ходить не нужно. Та же Одри Хёбберн, которой до сих пор все восхищаются, совершенно апропорциональные черты лица, слишком большой лоб, но она чертовски обаятельна, и ее приравнивают все, действительно сравнивают и причисляют к числу самых красивых девушек и женщин. Поэтому все-таки, наверное, это какое-то внутреннее обаяние, и соотношение внутреннего и внешнего мира очень важно. Можно быть действительно очень красивой, но в глубине души какой-то несчастной, обделенной, и все это будет отображаться на тебе, потому что психологи доказали, когда человек тебя влюбляется, он влюбляется даже не в черты твоего лица, а в мимику. Мимика гораздо важнее, если поэтому чаще улыбайтесь.